Вы уже все сказали, тем не менее я повторю некоторые вещи, ключевые абсолютно. Это готовность больничной сети и готовность промышленности, и фармацевтической промышленности, и тех, которые производят там необходимый кислород, маски и так далее, средства индивидуальной защиты. Первое. Второе. Тестирование нужно наращивать, конечно, вы правы абсолютно, и нужно это сделать. Ну и вакцинирование продолжить. Я с некоторыми губернаторами разговаривал в эти дни. Есть вопросы, и нужно их оперативно решать. Судя по всему, действительно, спутник ВИ достаточно эффективно работает. Может быть, даже эффективнее, чем другие вакцины, которые применяются в мире. Во всяком случае, нейтрализация вируса очевидна. И, конечно, нужно наращивать вакцинирование, не забывайте про это. Я просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами Российской Федерации в самое ближайшее время, потому что для того, чтобы эффективно работать, мы это с вами хорошо знаем, здесь нужна мобилизация учреждений разного рода, и федеральных учреждений, и региональных, местных, отраслевых. Нужно со всеми проработать и быть готовыми к возможному удару этого вируса на новом ее витке. Мы видим, что происходит в мире, как уже я сказал в начале, Татьяна Алексеевна сейчас только что об этом упомянула. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться. Есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь, это общение людей, поездки в этот каникулярный период за границу, в том числе и в страны со сложной эпидобстановкой. Поэтому нужно быть к этому готовыми. Пожалуйста, прошу вас в самое ближайшее время, Михаил Владимирович, проработать это с регионами Российской Федерации.